Я, ребяточки, в Тобольске. Тобольск в определенный период своего существования был городом каторгой, да, пересылкой, да, то есть через него проходили каторжане. Жилось каторжанам раньше не сладко, да, в принципе, наверное, всегда, но раньше совсем все грустно было. И здесь есть музей каторги и ссылки. Я так понимаю, что сейчас я вам покажу. Вот это вот Кремль, крепостная кремлевская стена, наверное. И прямо на территории Кремля была вот эта вот самая каторга. И смотрите, тут прямо так стильно сделана дверь. Ты ее хочешь, не хочешь, очень хочешь посмотреть. Ты начинаешь смотреть. И, наверное, мне вам не показать, но видите, буковки написаны. Я вам сейчас прочитаю. Оглянись, человек, перед тобой красота, даль бескрайняя, воля вольная. Давайте оглянемся. Видите, какая даль на набережной. Красивое место-то, да? Сейчас я дочитаю. Даль бескрайняя, воля вольная. Но не видят ее, кто сидят в кандалах за решеткой. Вот за этой стеной трехметровой, кто навечно в темнице сырой, кто по карцерам, кто с этапом ждет пересылки. Посетите, свободные граждане, музей сибирской каторги и ссылки. И там, знаете, вот столик горит, лампадочка получается. Ну, как бы, да, впечатляет. Хорошо очень сделано, молодцы. Так, музей мы, наверное, не посетим. Видите, подсказка, что можно посмотреть. Давайте еще на даль прекрасную, волю вольную мы еще раз глянем. Но сделано хорошо. Молодцы. Мне понравилось. Вот она, эта крепостная кремлевская стена, вдоль которой мы идем. А дальше действительно даль бескрайняя. Давайте даль посмотрим. Вот она. Даль. Это Иртыш. Да? Без снега, наверное, он еще круче смотрится. Классно. Это Тобольск, ребята.